Приветствую, друзья! На моих часах 16 часов 14 минут и 42 секунды. И через несколько секунд мы разыграем наш приз пива. Так вот, что нужно было сделать? Нужно было сделать запись. Нужно было сделать репост записи. И, соответственно, те, кто сделает этот репост, получает приз. Вот, собственно, условия конкурса у нас описаны здесь. И по условиям нужно было делать репост вот этой вот записи. Копируем ее, ссылку на эту запись. Вставляем приложение Random Apps. Нажимаем кнопку «Далее». И на данный момент у нас 76 участников. Смотрим на часы. Уже наступило 15 минут. Поэтому я предлагаю нажать на кнопку «Выбрать победителя». Нажимаем. На данный момент становится победителем Макс Кубан. Давайте проверим, состоит ли он в группе и сделал ли он репост себе на стену. Участники, поиск по участникам. Ой, нету. Нету, к сожалению, Максим не состоит в группе. Ну что, нажимаем еще раз, выберем победителя второй раз. Артем Варлыга. Проверим, состоит ли Артем у нас в группе. Тоже не состоит. Ой, как печально. Ну что, третий раз. Александр Самойлов. Да, Александр состоит в группе. Давайте посмотрим, что у него на стене. Да, Александр сделал репост вчера в 10 часов 32 минуты. Значит, Александр, мы вас искренне поздравляем. Приходите за пивом, оно вас ждет. Не обязательно его забирать сегодня, его можно забрать завтра, послезавтра. Никто его не выпьет, не переживайте. Коллеги, участвуйте в всяких конкурсах, принимайте участие. Мы всегда что-то разыгрываем, будьте активны. Добро пожаловать в Академию ЦСКА. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в IT-сфере вместе с ЦСКА.